Только думер поймет. Интересно, вообще хоть один здравый человек просыпается в такое время? Я что-то сомневаюсь. Походу, тяжелый день будет. Да я не ложился просто. ОВЦ через 2 часа. Нужно размяться. Почекать вообще, что нужно сыграть. Поиграть в мампул. Ну а так, всем доброе утро. Короче, сегодня будем вспоминать, что такое ОСУ вообще. По-фастому. Чекать карты. Все такое. Быстро готовиться к ОВЦ. Я примерно соображаю, что мне нужно играть. Что от меня требуется на первом матче. Ну, короче, на второй матч не приду, потому что пойду спать. В пизду это все. Витя заболел, Вити не будет сегодня. Я не просто утренний стример, я... Я не знаю, что я буду делать. Я сейчас посмотрел расписание, короче, смотрите. 11:30 Австралия, это по Москве, это 8:30 UTS. Через 2 часа получается. Если мы выигрываем, то через 2,5 часа еще одна игра. Что-то я думал, что через 5 часов или что-то такое. UTS, не Москвы. Нужно, значит, сообразить, что поиграть сегодня. Нужно поиграть низкий AR, Alt и говнокарты. Но мне больше интересно, в каком я состоянии буду ко второму матчу. Ну, ладно, к первому, наверное, буду уже дохнуть. Знаете, низкий AR выглядит подозрительно быстро мне. Че, экрана не видно? Ну, ожидаемо. Ну, короче, я поиграл сейчас низкий AR и понял, что я ничего не понимаю. Не будет, блядь, экрана? Идите нахуй. Ебать, я в глаза долблюсь. Как оцениваете свои шансы на победу Австралии? Ну, знаешь, в такое время... Я не знаю. Я не знаю, проснется ли Red Pixel. Давайте узнаем это у него. Я надеюсь, короче, Red Pixel проспит все это говно, и я буду играть все карты. Вот это будет потех, кэш. Нихрена себе. Он проснулся, серьезно. Так, что там? Как там с Чикони? Я не знаю, можешь у него спросить. Я думаю, он тебе ответит. Я думаю, он привык в школу вставать с утреца, и ему похуй. Мне кажется, успех очень близок сегодня, как никогда почти. Я не играл всю неделю, чтобы пофиксить режим, если чё. Я пытался каждый день ложиться на час раньше, чем в предыдущий. И каждый день засыпал в 7 утра. Ну, и как вы поняли, мои сегодняшние попытки уснуть кончились, ну, тем, что я захотел спать в 8 утра, и как бы... Я понял, что лучше этого не делать. Блядь. Ну, только Russian плееры не спят перед ОВЦ. Но я сказал, что, типа, я могу играть ночью, могу играть днем. Я думаю, это достаточно для понимания того, что я не могу играть утром. К сожалению. Не, я один, единственный неповторимый. Потому что только я могу просыпаться, не просыпаясь, и заходить в ОСУ просто по фанчику. А, ну вчера, короче, я проснулся в 12, потому что началась какая-то лекция у Анжелы. Там что-то про психологию, она какие-то рисунки больных на голову людей копировала. Еще какая-то была физика-хуизика на фоне. И я просто охуевал с этого всего. В итоге я до 5 вечера лежал, слушал лекции на фоне и спал. Ну чё, 1.5 часа до ОВЦ. Чё мы успели натренировать? Мы натренировали карты Алюметра с Азимодом, выучили все. Что я думаю о предстоящем замечательном турнире ОВЦ? Думаю, что я хочу проиграть быстрее, чтобы пойти спать. И чем быстрее, тем лучше. Я не переживаю, если мы еще один выйдем. Что-то там пойдем куда-то. Я ебал хуйней заниматься. Вначале Австралию переебать, а потом можно... Я, наверное, посплю час мобы после этого. А потом мы что-то будем делать. Фалон, привет! Мы победим их. Им пиздец. Из плюсов все мои тиммейты проснулись. Поздравим их с этим. Первый этап на пути к победе осилен. Осталось только затерпеть, правильно? А, киберспорт! Какой проспит... У Мрека игра в 11 по его времени. Если только его мамка спать погонит. К
Короче, надеемся на маму Мурека. Ну, то, что она из России. У Мурека не 11, а 6:30 вечера. Чего нахуй? А почему мы тогда в такое время играем, алё? Это шутка? А типа, а они не охуерили? Сука, у меня сейчас так очков взорвётся. А, точно, мы играем так рано, потому что 2 матча. Извините, я не прав. А Батхёрт отменяется. Нам после них еще один матч же нужно играть. Из-за этого такая хуйня. А почему не могли сыграть в субботу в другое время, я не помню уже. Я помню, что в субботу днем у меня полкоманды в школе и в универе. А сейчас типа выходной. У нас же это... Учатся все с утра до вечера. Один я в ОСУ играю. А что там до 6 играют? Я думаю, короче, нас наебашат 6-1, вот. Я думаю, что. Но смотрите, потому что я вижу все пики Австралии. И вижу все наши пики. Я заранее чувствую, что по закону здравого смысла, совести и положения звезд я должен зайти, сыграть 1.5 карты и выйти. Не? Но мне кажется, на этом мое страдание должно закончиться. Мне не хочется больше ничего. $200,000. Я гений. 200 вообще охуенно, я считаю. Знаешь, что победку так против Моряка с фулл комбо поиграть? Итого, я решил пока что, что мне нужно сыграть точно ДТ4. Возможно, фримод 2. Наверное, на М3. Интервью после поражения — это типа реально... Как мои ощущения. Но я могу заранее сказать свое интервью после поражения. Я очень рад, что это закончилось. Наконец-то я могу пойти поспать. Я, к сожалению, не смог в этом году... одолеть проклятие, ОВЦ, не вышло, очень жаль. Как же так могло быть? Как же этого не ожидал? Ой. На самом деле, если без рофлов, мне кажется, наши шансы против этой команды примерно 50-50, но с учетом того, что ебаное время, то я думаю 40-60, вот так. Ну что, пошли в войск челам, что-нибудь там попиздим, узнаем, что они еще хотят. Здрасте. Привет. Ты в натуре не спал? Ну, конечно. Ты что, дебил? Ну, а когда? Я бы не проснулся. Я бы не проснулся. Я же сказал. Да, у тебя настолько всё плохо с режимом. Ну, я в 8 утра ложусь. А ты из дома вообще выходишь? Ну, да. Выхожу. У меня дел навалом. Но утром я не просыпаюсь уже 5 лет, наверное. Ну, хуя мне выходить? Ну, не знаю, на учебу. Это шутка. Ну, хуя мне учиться? В натуре. Он Ослу киберспортсмен. Я занимаюсь своими делами, как хочу. Red Pixel не зашел. Где Пиксель, кстати? А, нормально. Он в сети. Играет в фримод первый. У меня лютый батхёрт, если чё. Я пришел на эту ебаную игру. Сука! Лучше бы не приходил. Ну ничего, поучаствуем в битве за носки. Рано или поздно смогу это. Разъебать, так сказать. Да Пиксель сейчас всех похоронит просто. Битва за еду. Но тут реально битва за одежду, ставки уже растут. Блять, я же сейчас специально руинить буду, это пиздец. У меня очень ебаное настроение. Сука. Как успокоиться, блять. Сука, еще из-за дискорда игра ебливая лагает. Фух, у меня сейчас очко взорвется, блять. На самом деле я бы не выходил на М5. Я бы тоже, если что. Да пейте, мы все так играем, это на 5. Надо. Мы это майор, низкий, все дела. Надо это очевидно. Что ли лучше это сыграют, они точно так же это сыграют. Гинермион, и хорош. Коня, скажи, что у тебя по жиму? Нормально, мы по жиму все. Отлично. Типа ДТ-3, вот тут уходит ЛПКшник, да? Да. Заебись. ДТ-3? А. Там от 5 считаешь? Всем привет. Я тут, хай. Привет. Это чё, Red Pixel пришел? Чего надо, Юра? Бля, надо на М5 играть. Я тебя спросил, на МОД-5 читаешь? Да, читаю. Все, отлично. Играй сейчас, через 5 минут. Я верю в тебя. Ой, я так в себя верю, знаешь, я просто ощущаю этот разъёб полнейший. Так, все, спокойно. Не вставать АФК, не бугуртить, держаться до конца. Пул нереально сложный на этой стадии. Какой нахуй сложный. 2,5 ебланские карты. Слушайте внимательно, что они банят. Наконец-то можем послушать. Да они там банят, по-моему. Они забанили на М5? Да. Ой, да? Да.
Нахера я ее вчера час траил? Нахера я сейчас ее траил 20 минут? Эльджойбертестер. Он что-то знает, блять. Они боятся ММ5, серьезно? Это получается ДТ2 ставится? Не знаю, ДТ3 выглядит более... Не, мне кажется, они ДТ2 не прожмут. Я не знаю, почему мне так... Подышать. Успокоиться. А насчет ДТ3 я не знаю, смогу ли я про контроль сейчас пустить. Забань ДТ2, пожалуйста, чуть-чуть. Витя болеет. Не, мое спокойствие заканчивается, к сожалению. А, ХД1, а не ДТ1 пикнули. Ой-о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 й
СБ. Спасибо за подсказку. Болеем! Вперед, Русь! Wondering if we're going to be seeing a lot of early misses here. We usually right at the start here a lot of shakes, a lot of nerves, but a lot of pretty seasoned veterans on both teams here, so maybe not. Что это за Animals сыграют против меня? You're in the semifinals round. I think you're pretty much used to this kind of thing by now, but it's still very likely for the nerves to hit you every now and then. But so far, these two teams doing pretty solid. We've got four full combos across the board. The only difference maker is really accuracy, and even then it's still very close. We've got an SS coming in from Pivka at the moment. So far, it's нормально, что они комбу халдят. Some of these stream patterns. A few of these tricky sliders with big aim. Что за меня кибератлеты играют? There we go. Почему за меня киберспортсмены? Нужно мисснуть срочно, вот, спасибо. Так. Что-то хорошо, идем больно. So it's going to be interesting to see how players do perform on that overall. But Kisaki also coming in with a miss at the end there, so that does put Russia a little bit on the back. Все нормально, ребят. Все нормально. Matt needs to hold on and hope for no break. Там сейчас все помиссуют. Там сейчас все помиссуют. Смотрите, наши затащат на изи. So that even things out. Lever Russian and Jordan LR7 finding breaks. Там все помиссуют сейчас. Все эти клиенты. Red Pixel сейчас засолит, смотрите. Сейчас будет просто в соло для Red Pixel. А эти обосрутся в салатину. Я же говорю... Это просто легчайшее. Это вы понимаете, кого вы в чате запустили? Yeah, Red Pixel is pretty much in the driver's seat at the moment. Jordan the Bear once again finding another chain miss. It seems like it's pretty much all over for Australia at this point if Red Pixel manages to hold on because they have no combos for them right now. Я не знаю, почему лучше Pixel еще не родился игрок. Potentially seeing accuracy drops being the difference maker with how close this was, but since Jordan the Bear did fall. Блять! Нет! Red Pixel does drop, but I believe he's done enough for the team. It's just over three quarters of the way through. We do have a machine building a combo, but Kisaki is matching that. She does find a break. Yeah. It's just breaks everywhere. Yeah, there's just nothing left for Australia here. It still looks pretty close, but 200k lead is enough for the Russian team. And right away, break points to begin. This is a pretty good showing from them. Gosh. Once again, we did actually get these two teams. Это было сложно. Пиксель! Красава, красава. Красавчик, да, реально. Я тут сижу квадрата 200 ppm играю. Так, пик. Блядь. Дт2. Дт2 или Дт3? Да, Дт2. Да забей, какая разница, сколько ppm река, если он не может переиграть пиксели? Да, лично я, у меня руки трясутся сейчас. Я вообще не уверен, что я смогу ее играть. Давай, подожди, сначала подожди, пока потом пикни. В конце. Я ее играть буду. В конце таймера пикнешь. Вот я думаю, Чико, не выпустите на Т2 вместо себя. И сейчас Апостол с Колей будут выиграть тогда. Единственная Пиксель. Проблема то, что если он R8 прочитает. Не, он ФК-шу. Ребят, я думаю, мне на самом деле, пока не будут Т играть, нужно самому поиграть карты. Австралийский понос призван. Пиксель, Чикони, Апостол фьючер, да? Да. Ну, у нас все уже в лобби. Он бы только попал во все стримы. О, ребят, срочно смотрите трансляцию и чекайте, что будет происходить. Next. Можно NM2. Или фримод какой-то. Вот, если не, лучше NM2. Сейчас, если они DT2 проиграют, то на M2 самый очевидный пик.
Да, лучше фримоды пока лучше не трогать, потому что они такие, типа. Да, фримоды я бы не трогал. Чё, как у наших там дела? Наши выигрывают хотя бы? Чёрт, такой рисковый пик. Да подождите, там только начало карты. Чтобы они всосали. Там моряк обосрался, алё. А за наших играет Red Pixel. Да забейте, там легкая для наших, походу. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Я не каркал, я не каркал. Все нормально. Вы взяли? Они взяли? Нет. Да. Да, они... Да. Капец. Вы проиграли. Да, мы проиграли. Блять, я промиссал полностью два стрима. Посмотрите, у меня 19 миссов, нахуй. 19, Коля. Ну, почему я топ-1? Да, у вас два скоро плохо. Пиздец, блядь. У них один чел на 470к сыграл. Капец, он бездарь. Какой-то very unlock сейчас произошел. Блять, почему я два стрима целиком промиссал? Это пиздец. Не вармапнулся. Я вармапнулся, блядь, я просто не попал в них, ты понимаешь? Ну бывает, чё, ладно, их пик сейчас заберем. Нормально. Да ничего, прикольно. Но они бог сыграли. То есть, они по сути бог сыграли, ну как плохо? Ну как плохо, 3-3, это неплохо. Ладно, был мисс, просто очень сильно. Если бы мы оба не миссили, наверное, хватило бы. Ну а чё они пикнули, господи, уроды. ХР1. Ну чё? ХР1 нормальная карта для наших, кстати, ребят. Ну, я ее не вкашлю. У меня 600к будет максимум. Значит, Ромочка. А что там за карта? ХР1. Вечным про русских. В чем прикол ее просто в 4 ФК закрыть? Почему Пиксель не может в соло выиграть? Бля, делайте пики побыстрее, пожалуйста. Все не так плохо, по идее. Карта тоже проходимая вполне себе. Я очень надеюсь, что нашим челам повезет. Карта без Red Pixel, прошу заметить. Так, я не включил музыку. Точно, это же... Песня русская! Да, я бал играть Hard Rock. А чё Чико не затрясло так сильно? This map is definitely one of the more straightforward maps in the pool. It's pretty much going to come down to whether our players miss on some of these jump sections or streams even. Coming into this, Milo Milkshake does find a chain miss on that one specifically. Big accuracy drop for Australia, which is not what they want right now. They do still have the score advantage, but that is going to be going back towards Russia as Lever Russian is still holding on despite the early break. Mr. Future finds a break on the jump section there. Jordan the Bear also responding with one there. It's a chain miss back and forth, so Russia does actually have the slight advantage at the moment with that combo from Lever Russian. Yeah, we're about halfway in now. We'll see if the landscape changes a little bit as... Okay! Pastor Pivka! Pastor Pivka! The point lead is already just going. Only one FC remaining for the Russian team now. And the thing about this map as well is pretty much if you can make it to the 800 combo mark, you pretty much solidify getting at least 1,000 combo unless you have some sort of stroke during the map or something. But in general, it does look like this one is going to go towards Australia. As Lever Russian finds yet another break, Australia is still holding on through all of these jump and stream sections. This is where it's going to matter. Kizuki also finds a break. Все понятно, против нас играет Дэдинсайды. Смотрите, маленький этот, Гуль играет. На ФК. Нечестно. Yeah, at this point there's just very little Russia can really do. Even if like American and Russia were to break here, I think we're mostly just looking at them to see if they FC or not, just as an additional award. The lead is already very, very far. So and
as I mentioned, if you do happen to get to the angle combo marker, you usually solidify that. Это тогда слабпартами слабовыбители, нахуй. Да вообще полный пиздец. Но они на двух ПК, кажется, играют из-за этого. Ой. Так мы с Чикони на одном месте, по-моему, мислили. Там слабпарт, короче, какой-то, и вообще ощущение по фану. Там говно ебаное какое-то. Русские такое не играют? Полностью согласен. Не для нас карта, не для нас. Да подождите, куда меня выпускать? Пенсионеры должны отдыхать. Я не знаю. Пенсионеры на пенсии. Все заранее продумано. Они из-за индийского аэра, я думаю, банят. ДТ-3 абсолютно такая же карта. Давай ДТ-3, пикай уже. Рисковый ДТ-3. ДТ-3 потом. Ну, пикай лишь ДТ-3. Блядь. Ага, потом мы 2 сыграем. Да. Так, ну да, что еще остается? Потом фримод первый можно. Фримод первый реально можно. Только я не знаю, кто из нас будет играть с кардроком. Коля. Коля? Ну, пусть Коля. Я ноу-модом. Подожди, фримод. Пиксель хитен, новая ноу-мод, наверное, долги всякие. Вот бы пробить все триплы, господи. Ладно, плохо я пробью. Пробьешь лом. Ты весь скучишь ВПМ? Думаешь, что иди просись на ДТ, чтобы быстрее игра закончилась, типа, или чё? Ну, в прошлый раз просто была ошибка с ДТ большая, но ДТ я точно не буду выходить, это ж просто пиздец. Да всё нормально будет, пацаны, не ссыте. Мне кажется, что когда играют команды с близкими скиллсетами, то тут решается больше в везении. Нужно просто молиться, и всё получится, нет? Ну, должно реально просто повезти. Давайте смотреть. Maybe that's where we're looking at to impact this match, but I mean, if you just look at the rosters for both of these sides on this pick, it's really scary on both sides, like, it could seriously just go either way. This could just... А, не знаю, когда выйду катать. Когда скажут катать, тогда выйду катать. Pretty much always jinxing it at the very beginning. It does find a break right there, but, yeah, interesting enough, this is probably the only map that I actually picked for the map. Nice. So... It's nice to see this one played, also great song. Emmerich does find an early miss as well, Lever Russian responding right there. So it's still in Australia's favor at the moment. John LR7 does find a very bad break. Misses on this. Чуть за ТВ сайз такой, что-то еще за карта еблива. But it's pretty much as you expected, you know, you have like the transition of singles where people are likely to miss on those rather than the burst themselves. If you've got the speed to play this map, you are going to perform out of your mind on the actual speed element itself. But it's usually going to be the aim that catches you off guard. Mr. Future and Lever Russian do find some breaks here. Australia is still managing to hold on, so it's sick. Смотрите на Курайсер от Пикселя. Смотрите на Ред Пикселя. Got the supporting combos from Australia, but John LR7 losing one of them. Смотрите на Ред Пикселя. Still going in Australia's favor with just past the halfway mark. Yeah, this map is really short too. It's barely just 2 minutes, right? So we're there's not much left here. Australia are playing with a little bit of a lead as well up here. They've got the comfortable supporting combo from Emrek. See if they can keep it though. Apostle breaking one of the four combos for Russia though. Australia. Okay, Suffix does answer. Я перестану мислить в конце или нет? Я не мислил, мы взяли, наверное. Нет, проиграли сразу. Что за Тима Лоша? Суффикс в конце. Я просто... Нахуй, у меня стамина закончилась. Apostle, unfortunately, breaking. I think if Apostle held on for a little bit longer, maybe there was just a little bit more support. Да хрень, почему мы два изи поняли? Слова либо... А либо ты... Блин, я с самого начала же хотел сказать, то ли Хэрдва катается. О, того тогда выпадет пусть. Че? Я хотел сказать, но я не сказал, у тебя Хэрдва... Я R10 не пройду. Понял. Давай. Мне западло играть R10. Я ебал. Я просто не вижу смысла выходить руинить на R10 карту, которую я не играл нихуя, и когда я не спал всю ночь. Ну типа, это просто руина. Не знаю, я сыграю ноу-мод 3, наверное, и ноу-мод 6, если попросят, ДТ-4, остальное западло. Хорошо, что не вышел, походу. А чё, все на 400 тысяч сыграли? Всё, нормально. У них чел 330к, как мы можем выиграть? У нас чел 330. Это вообще нормально. Бездарности просто в их тиме. Алё, ты посмотри на скор дизастера. А чё? А почему? А почему они так хреново играют, реально? А у нас есть игроки на номад 6, чтобы выйти и просто Юрочка там стану? Я тоже хочу номад 6, но я боюсь. Ну давайте. Да чё ты ссышь? Давайте. Сколько вас? Мне нужно выходить на номад 6? Лёва, Раша. У нас трое точно есть. На четвёртый.
на мод 6. Че, сколько у кого скоро на мод 6? Я ФК что-то 2 раза. Что ли, кажется? Да вы-то понятно играете, 50. А кто... Ох, за на Бэху играю, могу под ФК, могу на 200 комбо. Ну тут игра на равных, я не знаю. Ну тут реально просто на равных. Не, если Рома не может... Не-не-не, нахуй эта карта не для меня. На картах, я играю хуже 2 раза, чем играл, блядь, до этого. Ну, братан, ну не надо было спать так было. Ты еще не проснулся. Вы уверены, что это хороший пик вообще? Но мод 2 вначале пикните. А, да, если мы его выиграем, то потом будет что-то другое, а фри мод 1. А если нет, то я пикаю на мод 6 и наказание. Они на фри моде 1 обосрутся, если они это не смогли. Во. Вы не хотите сыграть, короче, меня выпустить на М2? Ну почему на мод 2, а, блядь, ну давайте. Вместо Коля. Вместо Коля? Не, Коля точно звучит играет. Хайпово, потому что Коля не вармап. Я не знаю, не, все правильно сделали. Нужно играть вначале стабильные пики, они все правильно делают. Вначале стабильные пики, потом все остальное. Вначале нужно сыграть просто пупку за лупку всякую. А ой, кисик? Или тест? Ну, получается, Red Pixel и все. Да, и все. У Red Pixel, по-моему, тут скор не очень. Ну, он поставил 4. Я не уверен. Ну, про что это? Про фирмот один? НМ2. А, так НМ2 же вроде решили, типа, что я не играю в хуйню. Да. Что у нас есть? Кстати, если бы я вышел, у нас бы такой же скор ровно был. Нам можно, потому что... Нам можно чуть не доиграть, потому что мы играем утром. Утром тяжко. Вы вообще... Ты видел вообще время? Я вижу, как я играю, блядь, если она хрен на свой партии. Да я тоже ее играю. Ладно, все, всем удачи. Забейте, я заинтересован. Я заинтересован. Чё, как там? Ну мы просто два. Ау, кисаки, киксель. Просто унизили вас. Ты комбо просто мисс. Чё там, развал? Все остальные просто подпивасники максимальные. У них кава бегает рядом с... Пиксель уничтожает совсем? Ноты 2 раза подвинули. Ну бля, Обама что-то это разгулялся. Следующий пик точно FM1, а эти дебилы в стриме не попадают. Ну, я тоже не попадаю, кстати. FM1 играет, на него играть или нет? Ты из вас модом играет, Я FM1, но модом играю. Фьючер, ты с хардроком себя вообще, ну как чувствуешь на FM1? На FM1 я могу ФКшнуть. Я тоже могу ФКшнуть, но именно... Так, Апостол, ты ноу-модом сможешь нормально разыграть? Я не знаю. Как там покидать вашу уверенность, блядь? Если фьючер пойдет ноу-модом, это хуйню играть, Апостол Фэри. Как вы понимаете? Я не играл никогда ноу-модом в фэри-моды, я не знаю. Там просто Апостол объективно тяжелее, короче, играть ноу-модом. Да ноу-модом... Нет, ноу-модом будет... Ему как раз проще. Нет, смотрите, ноу-модом будет играть Пиксель, Чикони. АМР 9.3, там такие стримаки в пизду. А я с хитом, что ли, играю? Когда пикнут альты? Я готов играть альтернейт. Юра ноу-мод, я ноу-мод, Пиксель с хиденом, Коля хэр. Два хардрока выйти. Либо Апостол хэр. Вот, там можно каждые 10 компасов было ведь. Это правда. Да у нас никто ноу-модом не играл, алло, у нас... НМ1. Пойдем. А, пойду ноу-модом сыграю. Они пикнули НМ1? Да. Лол. Заходи, братан. Я знаю, что Пикселю нельзя выходить из лобби. Очевидно. Другой вопрос, что я вообще не уверен во имя. Мы сейчас вдвоем с тобой супер, короче, подпивасники, но мы разъебем этот лобас просто в нулину. Я тоже не уверен. Я взял тапиро, оно нихуя не развалится у меня в руках. Вот еще раз оно откроется, блядь, я его выкину. Пиксель молчит. Пиксель не разговаривает. Он только играет и все. Он поздоровался, сказал всем привет, что там сыграть не нужно, и все. Он сидит, молчит, если что. Это пик Астрали, если что. Я играю альты все. Я подумал, о чем мне еще сонным играть? В Alternate, правильно? Там DT4, ну мод 3. Ну, пожелаем удачи. NM4, Фалант и LNM4. Там нужно попадать в начале слайдеров. Я играю ее на Б. Ну там, короче, уродливые слайдеры кривые и дабстеп на фоне играет. И их нужно аимить и водить в теории. А я вот не знаю, кто-то умеет ли это или нет. Вообще хз. Но я бы не играл, потому что у меня бэха там. Если я буду стараться попадать ноты, а не водить слайдеры. А если я буду водить слайдеры, у меня не будет комбы. Потому что там невозможно их водить. Там просто насрано. Там ноу-мод 4 какая-нибудь карта. Until the kicks in,
which it is about to. So here's the first meaningless part. Leave it Russian actually. Ёб твою мать. Да все нормально. Есть подозрение, что на этой карте очень мало шансов. Но только если справа челы не обосрутся в салат. Sometimes when a map is really spiky like this is that you tend to just not pay any attention to the easy parts and then you just randomly miss just like that on pretty much nothing. So pretty impactful miss from Red Pixel. And Jiseki following it up. Milo as well though. Okay, lots of trades going on. But now there's only one FT remaining on the Ну, Мреку поставили карту. Holding on strong. Again, JTB and Emmerich with a good showing on this one, kind of as expected. And we are at a halfway point now here where they get to see we've got a break, they get to see how things are going, right? So против Австралии забанили Hidden 3 и я не помню, что еще. The transition in general, you know, you go from small jumps to big jumps back to small jumps. It's something that can obviously throw you off a lot. And obviously we did see that catch Red Pixel off guard and a few other players as well. This is pretty much all on Jordan the Bear, Emrek right now. Testa Pipka is still holding on very strong. Little Russian has managed to build up a pretty solid combo despite those early misses as well though, so that supporting combo is there for Russia. Red Pixel finding another chain miss. Jordan the Bear, that is a big combo break for Australia right now, so Lever Russian, it does seem like Russia actually has the combo advantage at the moment. Oh, it's going back. It's definitely going back. Подождите, тестер пиваса выезжает. It's all on Emrek at the moment. This is going to be one of the hardest sections. Players need to hold on. Lever Russian does happen to find a break. Kisaki is the only supporting combo. Какой же тестер пивка гений. It's going to be so close towards the end here that Russia does. The support is enough. I think the support is enough. It's still going back very slightly. This is going to be unbelievable. Ну, блядь, бывает. Я просто Сколько? Ладно, пикайте FM1. Пикайте FM1. Я Мрек обогнал. Как вам такая? Ты уничтожил нахуй это лобби. Ну блять, все равно проебали, чё блин. Пикайте FM1. Скажи состав на FM1, я играю FM1 или нет? Потому что я могу типа ВНМ, если вам надо. Я с Хедроком играю лучше, чем Ромодом. Простите, у Пиксель, он нормально играет? Ну Пиксель с Хидденом, он типа... Тут что Пиксель, что я, но мне кажется Пиксель. FM1 с Хидденом. Он ФК-шнулый. Да, что? Уже ебись сейчас. Пиксель с Хидденом, я понял. А на модом Юрочка? На модом Юрочка. Нет, на модом Юрочка. Хотя... Честно, на самом деле, похуй, одинаково. Да Пиксель только что сказал, что два раза ФКшнул карту, и сейчас ФКшнет ее еще раз. Он же вам озвучил сейчас, что Пиксель был. Он впервые заговорил за несколько карт. Заходи на FM1 и ФКшну модом, все, давай. Я хочу с фьючером сыграть с хардроком. Ну, играй, да. Он хочет со мной сыграть, вот с голос. Получается, очко не будет играть. Овермодин. Нахуя мне играть карту на консистенс? Мне западло. Я всегда предпочитаю сидеть и отдыхать, вы же знаете. Главное выбрать команду нормально, а дальше как пойдет. Запоминайте, учитесь, пока я жив. Гэл. Два хардрока это, конечно, прикол. Ладно. Гэл. С одной стороны, вы понимаете, мне выходить на первую карту играть — это хуёвая идея. С другой стороны, можно и высраться. С третьей стороны, если я тильтану, то я встану АФК. Ну, хуй его знает, короче. Сейчас Чекони всех разъебет. Я уверен. Давайте болеть за него. Смотрите, а почему у нас два хардрока в команде? Что происходит? Ну что будет, если мы выиграем Австралию? Мы будем играть с грёбаной UK через 3 часа, и я не высплюсь. Мне придется страдать точно. Ну,
This map is pretty tricky for both of these mods. I mean, I would say this map is very easy on no mod. At least compared to everything. Нахуй вы чат пишете, ребят. See if I'm wrong. Maybe Russia have something up their sleeve, but I mean, so far working in Australia's favor, but... Господи, какой же я умный. Вы поняли? Как же я переигрываю их? Nomad being the difficult, being the easy one, and apparently these players are just struggling on Nomad. every Nomad full combo is just down at the moment, but you also have Red Pixel responding with the hidden miss as well. A lot of these stream sections are actually pretty tricky for hidden when it comes to some of the just spacing changes in general. Getting into a little bit more of a slow section. You've got the two hard rock full combos from the Russian side though. So Mr. Future and Apostle doing work at the moment. They need to hold on to the... Почему Жордан играет без модов? Потому что наши набрали хард-рок на пацанской скиллухе. Ну, блять, не выигрывают, сука. Мне что, реально придется выходить и играть? Не хочу. But in general, yeah, it does seem like Russia just coming in so strong with that Ogre mod. I mean, they were feeling confident for sure. I mean, at the end of the day, this is their pick. And this is exactly why it's their pick. Mr. Future does have an unfortunate break at the very end. The same with Apostle as well, but those are still such solid. Ой, наконец-то, охуенные. Apostle, хорош вообще, блядь. Я же сказал, выпустите меня. Почему у тебя АКА нахуй два раза хуже, чем у меня, а скоро до 3000 больше, блядь, почему? Не спрашивайте, почему мне на это не похуй, мне не похуй, в Score V2 лучшая система, если что, да? Я же сказал, даже в Score V2, если ты меньше там все соткаешь, я скоро больше. Блядь, вот уроды Score V2 корректировали, пиздец. Че, вы проебали? Они выиграли. Да-да-да, проиграли, все, у них ТБ сейчас будет, матчпоинт. Ох. Не, я сегодня не выхожу, я сегодня спать иду. Смотрите, страна Россия поняла, что меня на ДТ-1 выпускать нельзя. Вместо меня выпустили, внимание, Red Pixel. Понимаете, это умно как минимум. Но... Потому что Red Pixel умеет включать гамму. И тогда он еще и высокий R читает, боже мой. Ладно, ладно, я понял. Какой тестер пивка? Алло, у нас есть Апостол и Мистер Будущее. Suffix building that combo after the break. Milo Milkshake did have that one right before the break. So, still early days. I mean, we're not even halfway into the map yet. We're going to be getting to another hard section very, very shortly. It's going to pretty much all come down to this, whether or not those full combos manage to hold. And on top of that, the supporting combos do need to stay. Pixel, Mr. Future do find breaks. Fish inside. That's kind of big. Мрек самый лучший игрок. Мрек разваливает, душит. Ооо.
pretty much a monumental task for Russia to come back from this one, but yeah, I mean, when it's Jordan and Emrek, I don't know, if you look at Jordan's accuracy as well, he looks so comfortable. Mrek. I'd be pretty surprised, but there's still one fairly difficult section at the end. But there's gonna be a little bit of a... Алло, мистер Кек. Хватит. Jordan LR7 definitely looking a lot more composed on this one in comparison to some of the previous picks that we've seen so far. Apostle does have big weight on their shoulders right now. Ой, блядь. Но мы с Ратпикселем два клоуна ногами, как бы. Как я понимаю. Какой же апостол красава? Ну вы поняли, короче. Скоро хорошо, а вот, блядь... Если что-то нет. Блять, помните, я сказал про ёбаный полупарк? Там висло, да? Да. Я его пробил и миснул после него, блять. Ну, это... Я как смог после него нормально. Я на трипле прожал две ноты вместо трех, блять. А чё вы сейчас собрались пикать? NM6? Ну бля, FM2 она же такая, типа... Я не хочу FM2 играть, я не смогу. Да. Реально, если вот, NM6, нас... если ты нормально её разъебёшь, и пиксель... У нас с модом там, проблемы, типа... потому что... Да, в фримоде. Ну я предлагаю NM6. Типа я сейчас сел с пацанами, они тоже говорят, попробуйте NM6. Давайте NM6. Чё, мне зайти? Б-ранг нахуй. Б-ранг ФК. Я пошёл. Никто меня не инвайтнул. Ворот пиксель кинул инвайт. Наконец-то. Парни. Давайте, good luck, я наблюдаю. Выхожу на первую карту за турик. Растрясочную. В помойку растрясочную, правда. Как вы видите, мой перформанс на этой карте просто незабываемый. Как вы понимаете, от меня чего-то большего ожидать не стоит. Ну все, пошло! Пошло изи ФК. Они взяли тайм-аут, которого нельзя брать. Сейчас я возьму тайм-аут, блять. Если что, тайбрейкер я играть отказываюсь, сразу говорю. Потому что... А, ну какой тайбрейкер? Сейчас надо продемонстрировать легендарный перформанс. Я играю с первым в мире человеком! Я в мульти с Мреком, ура! А чё, have fun? От чего тут удовольствие получать? На этой драчне получить удовольствие? Это шутка? А если я испугаюсь? Ну, по-моему, я гений.
Это не Б? Почему они все уже сыграли, кроме, ну, типа, таких простых мап и NM6 при этом так прошло? Это мы плохо сыграли, они хорошо. У них 2 миллиона еле-еле. Нормально сыграли в целом. Чё, в КС пойдём, сэр? Там Андреж зовёт, пойдём в КС. Я не последний! Let's go! Интересно, какой у меня матч-кост? Тебя? Я не хочу узнать, какой. 1-1. Ну ладно, почти как у меня, нормально. Ебать, мы крипы. Это вообще что-то... По сути, 2 места зарешало. У нас состав гораздо сильнее, чем в прошлом году, но место мы тоже самое заняли. Отвлекусь немного на приятную нотку. Наконец-то это закончилось. Ура! Давайте поздравим меня. В этом году я занял хуёвое место в очередной раз. Но это был 9 ОВЦ. Я вышел даже поиграть. Если бы я сэсл, мы бы забрали или... Ай, блядь. Нет, там надо было 2 ФК делать. Впервые за всё ОВЦ безануло. 2 ФК, там типа разница 40 тысяч была. А, ты про ту карту? NM1. Я же говорю, я... Да, очень если бы я не миснул, если бы я чутка на секунд 15 дольше бы... Да какой 15 меньше? Мне 5 секунд дольше захотел, а чё вы... Чё вы это думаете о прошлом? Нифига, тут 2 мачко остаёт, я чё, гений? Все ДТшки фокашнул, что надо было, и всё. И хару хвер. Я ничего не фокашнул. Мачкост! Если бы я на NM2 не обосрался, у меня, наверное, было бы по двойку. Ебать, все сразу начали матч-кросс считать, это его бы... Вон, стал! Пошли 1-1 на Юнайтед. Давай. Пойдемте в КС, короче, заходите в КС-кап. Юр, пошли. Давайте, приятного дня, я спать пошел, Симспокс. Давай, пока. Спокойного утра, то. Итого. Поплакай ради момента. Ради чего мне, блять, плакать? Я рад, что я не буду сидеть сейчас 3 часа надрачивать тут, смотреть видео на Ютубе, пялиться в стену и ждать игру с UK. А с чистой совестью буду делать ёбаное нихуя и пытаться пофиксить режим. Это намного интереснее, чем играть в ОЦ, я могу сказать. Не, я просто не хочу играть, когда я сонный, вот и все. Чё поделать? Проебали и проебали. Типа, затриггерить меня тем, что... Вы думаете, когда я регаюсь на ОВЦ, я не ожидаю, что мы проебем? Ну, вообще-то, я поставил предикт Россию в топ-16. Если на то пошло. Так что, я, как видите, очень умен. Жалко Пикселя и Апостола, да, я согласен. Особенно, я бы сказал Пикселя за все предыдущие игры. Еще Мистер Фьючер заебись очень играл несколько игр до этого. Апостол тоже неплохо играл несколько игр. А, аналитика игры. Давайте пройдем аналитику. Пикали нормально в этот раз, чуть-чуть не повезло, но вы понимаете, проблема не в том, что чуть-чуть повезло, а есть маленькое подозрение, что если мы вот с этими чудищами, которые играют карты хоть бы хны, хоть через жопу, через очко, UK вынесет просто под ноль, не? И следующая игра была бы мега дезморальной. Тут мы хотя бы в тайбрейкере, ой, не в тайбрейкере, ну почти, знаете, ну в плюс морали такой закончили, почти победили, ну знаете, типа почти близко, рядом, не обидно хотя бы. А если бы мы сейчас пошли играть против UK, мне кажется, это было бы похуй. Разнос абсолютно нет. Но я считаю, заебись последнюю карту сыграл. Смотрите, я вам демонстрирую наглядно. Я впервые выбил Ашку. Это при том, что я не сплю очень-очень давно. Последний раз я чувствовал, нюхал нормальный сон больше, чем 24 часа назад. Так что я считаю, это очень достойно. Просто гениально. Понажимал. Опа-на! Охуенно просто. Я сверхчеловек. А что там рассуждать? Ну, смотрите, карта, на которой я мог высраться и изменить исход игры, это HR2, но мы и так ее выиграли. Чё мог сходить? А, ни хрена больше не мог сходить из того, что было въебано, поэтому что было, того не миновать, знаете? В следующем году вместо тебя картошка. Ебать, я рад буду, серьезно. Подожди, вот Чикони извинений на камеру. Да забей, ну, он хотел турнирный опыт на ОВЦ, я думаю, да, он получил его, и в следующем году сыграет лучше, нет? Я, типа, не хочу никого обижать там, говорить что-то. Не бросишь игру в 22-м году? Охуенный вопрос. Ну, ты понимаешь, у меня слишком много свободного времени и слишком много, ну, желания там что-то поделать, иногда хочется какой-нибудь фигнёй пострадать. Поэтому играть в ОСУ — это лучший вариант, чтобы не страдать за лупистикой, лучше играть в ОСУ, к минимуму. Как вам еще перформанс России в этом году? Насколько он, по вашему мнению, хуже, лучше прошлых лет, лучше прошлого года? А мне кажется, ни хрена не лучше прошлого года. Или кому мы в прошлом году... Кому мы проебали в прошлом году? Японии и Корее. Мне казалось тогда, что Япония неплохо играла в
том году, когда... Ну, в прошлом, я имею в виду. Пиксель, как скриптбот, тестера выпускали мало. Возможно, кстати, тестера выпускали мало, тут я соглашусь, возможно... Как-то странно, вроде игроки были, но играли странно. Я открою мапул. Ты напомни мне баны какие? Они забанили HD3 и что-то еще, да? Какую-то еще залупистику. HR3, HD2 наши забанили. Челы против нас банили HD2. Наши, по идее, HD3 банили. Почему не забанили DT1? Потому что побоялись, что нас оверпикнут на Хидене. И что Хиден у нас вообще некому играть, потому что Акинатори болеет. Но он еще конкретно болеет, а не просто попердывает, как я, сонненький. HR3 никто играть не хотел. Команде всем карта не понравилась просто. А DT1 вроде у нас как есть люди, и челы сказали, что могут ее играть нормально. Так бы мы с Акинатори, наверное, могли фреймод второй покатать. Мы бы даже выиграли бы. Кто покинет состав, чё, кто взяли, какое место взяли по итогу. Ощущение, что просто сменилось поколение, что ли. Мне не весело, как-то не смешно, как раньше. Мне ВЦ нравилось играть, потому что я играю со своими друзьяшками с детства на победку с настроем, что я всех разъебу, выйду на карту, которую я не умею играть, ну как Чикони, короче. Только я играл под ФК и мисл в конце на Бэху. А сейчас сменилось поколение, и нужно это. Но я, наверное, на следующем ВЦ освобожу слот. Но только если я не стану богом игры, очевидно. Если я стану гением, то хз. Акинатори очень хорошо играет свои карты. Если чё, Кукьези скатился до моего уровня, это смешно. Я посмотрел стрим Кукьези, он играет ровно как я. И это такой позор. Я так смешно с него, типа, как можно было скатиться до такого перформанса. И мне вот интересно, что он проебал настолько сильно, что он играет прям как... Ну, получается, да, я достиг уровня Кукьези. У меня прям один в один скоро, только без Хидена. Да я и говорю, я бы и в этом году не занимал слот. Но так получилось, что мы долго обсуждали всю эту машну, что у нас, ну, просто нету людей, кто прям бы горел. Вместо меня мог пойти чел играть, если что, на это УВЦ. Но этого чела... Очень лимитированное время, из-за того, что оно не московское, не он в каком-то очке там живет, жоп. Вот, и он на таком же тильте, прям как я, находится. Поэтому это шило на мыло. Какой ник у этого чела. Зачем вам говорить? Он, скорее всего, в следующем году в ВЦ играть будет. Про товарища с Кровеля, я не знаю, про него можно еще на Твиче говорить? Наверное, можно. Вы же понимаете, как он себе подпортил вообще возможности свои? Аксюбе, кстати, хорошо, что в форму вошел. Я всегда считал Аксюбе, наверное, самым большим претендентом на слоты в ВЦ команду, но он только из АФК начал выходить, когда квалы были. А сейчас что-то разогнался, пиздец. С Кровель же в бане. У него не турнирный бан, у него бан в игре. Турнирный бан спадает через год после того, как тебя разбанивают. Не, он просто рисовал. Да-да, он просто рисовал. Один раз нарисовал на турике. Осуждаю, кстати, такое поведение. Он, кстати, квальнулся в ВЦ команду и нарисовал эту штуку. Это смешно было очень. Так бы я не играл, очевидно. Чё, Дина не взяли в команду? Ну, потому что, как ты видишь, решили, что Дин в каком-то тильте, а Апостол, наоборот, горит желанием играть. И, как вы видите, Апостол хорошо себя очень показал, особенно вот в этом последнем матче, он стабильно играл. Я думаю, все довольны были его перформансом, на него было приятно смотреть, реально. Типа, Чикони наберет свое за год, он маленький, господи, ребенок еще успеет набрать свои формы. Ему просто опыта надо набраться, и все будет норм. А Люметри не будет больше ВОСу играть? Я не знаю, спроси у него. Я с ним не общаюсь. Я же говорю, я... Да господи, вы же понимаете, я не общаюсь ни с кем почти. Я общаюсь со старыми челами там. А, кстати, мы, наверное, соберемся с Фалоном смотреть ОВЦ, если он долетит до меня. И будем вместе что-то там высирать на фоне, попукивать, стримить будем, наверное. Так что... Старперский капитан ОВЦ команды прибудет ко мне в квартиру через какое-то время. Но это так, микроинфа. Если карантинами все не закроют, очевидно. Если перелеты будут работать. Так что посмотрим на нормальных... На нормальные команды его. Сказал на стриме, что может ровно в следующем году ОСУ. Пиксель сказал. Если что, Пиксель в этом году не особо хотел играть. И весь год я его спрашивал, он не горел желанием. Но как вы видите, неактивный особо Пиксель. Все еще супер игрок. Супер класса. Один из лучших. Вы же сами понимаете, меняются поколения, и даже, ну вот в каком-то межличностном общении, когда у вас разница в миллион лет, вам сложно находить какие-то соприкосновения, если вы не играете в молчанку. По планам на следующий год, сразу скажу, я, наверное, от туриков отойду в сторону, ну потому что это цирк и смехуёвина. Да я буду смотреть ближе к ОВЦ, очевидно, покатаю что-нибудь там, подумаю. Решим все перед ОВЦ уже. Просто вы сравниваете так еще перформанс в этом ОВЦ, на самом деле полное говно. Но если расценивать его не по-яблански, а адекватно.
На этом ОВЦ мы не сыграли ни одной игры против фаворитов. И все хуево. Если что, Гонконг пикал безобразно, если что. Челы в Гонконге вообще там головой тут туру поехали. Ну, это мой взгляд, это мое мнение, это мои мысли, ну, вы поняли. Не берите, не воспринимайте всерьез. Мы ошиблись в пике один раз. И, соответственно, из-за этого соснули. Гонконг взял две карты у США. Боже мой. Смотрите, United Kingdom взяла три карты у США. Но то, что Гонконг выдрочил две карты. Есть подозрение, что Гонконг не так хуёв, как кажется. Румыния, Южная Корея. Ну чё, корейцы хоронят их? Давайте фаст-предикты. 6-3 Корея выигрывает. Ну, румыны что-то разыгрались просто. Я вам отвечаю, румыны разыгрались. У них есть все шансы. United Kingdom с Австралией. United Kingdom по-хорошему выносят, теряя пару очков. 6-2, что-то такое там. Как играла Канада вообще? Запредельно. Германия тоже играла. Охуеть как, да? Там девка сумасшедшая. В хорошем смысле. Супер равный замес, наверное. Но у Германии состав реально лучше. Но вот эти челы могут собраться. По моим внутренним ощущениям, Германия может забрать турик. Шансов немного, но они есть. Короче, ставлю, что Германия пройдет, Канада падает куда? Вот сюда? Канада United Kingdom. Ну, Германия выигрывает в каждом году Россию, поэтому болеем за Канаду, да? А вы могли бы выиграть UK? Я думаю, что нет. По моим ощущениям, UK где-то полтора раза сильнее, чем Австралия, но я могу ошибаться. Мы посмотрим на сегодня их на игру. Мне кажется, что United Kingdom вынесут их в салат. Будем смотреть. Сейчас все непредсказуемо достаточно, уже сильные команды, равный геймплей. Против UK меньше шансов. Топ-3, United States, Германия. Ну что, по классике Корея. У них сетка проще. Ой, я, знаешь, я так задолбался. Тем более меня все триггерит, раздражает. Я какой-то стал токсичный. Опять, как, знаешь, вот как ребенком был токсичным, так опять сейчас стал таким. Ну, как-то не то. Не знаю. Ну, очевидно, господи, чего вы меня спрашиваете? Я проиграл в ВЦ, очевидно, я не хочу играть еще раз его. Очевидно, обидно там вот это все, но... Обида притупляется, потому что ты понимаешь, что ты не играл против фаворитов в этом году. Ну, типа, какая разница, против кого отлетать, если ты даже против нормальных челов не поиграл? А Австралия в этом году очень хуёвая. Ну, типа, я каждый раз смотрю их перформанс. У них состав, во-первых, достаточно то ли тильтовый, то ли... Я не знаю, но у них нестабильные игроки. Там играют Мрек и реально Джордан. Хотя в прошлом году они играли в разы лучше. У них, ну, какой-то заряд был, что ли, я не знаю, видно было, что они стараются. В этом году какая-то хуйня. В этом году просто еблом катится на похуй и проебут следующую из-за этого. Сука, мажор в КС выиграли, ОВЦ не можем. ОВЦ сложнее мажора в КС. ОВЦ выиграть намного сложнее, чем International по доте. Я тебе отвечаю. Мне кажется, если бы мы собрались играть нашим составом International, мы бы его выиграли. Потому что... Осо — это самая ебанутая игра. Серьезно. Вот хуже этого уже нет. Потому что в доте не нужны такие качества, как в Осо. Даже близко. Можно быть хоть трижды гением игры, можно играть лучше всех, никогда не ошибаться. Но когда ты выходишь играть турик, играть стабильно его, всегда, как робот, не совершая ошибок, разные карты, вообще из разной оперы, вообще какую-то дрочь. Абсолютно. Вы посмотрите, как играет Мрек. Он играет хорошо. У него аим лучше всех в мире. Но даже он не попадает во все подряд. Сегодня вообще так кайфанул, ты бы видел. Я лежал до 8 утра в кровати с открытыми глазами, смотрел в потолок. Где-то с 12 ночи примерно. И ждал, когда на меня снизойдет сон. Но он не пришел. Так кайфанул, короче. Такое удовольствие получил. С 12 лежал. Короче, спасибо большое за просмотр. Sorry, что проебал ОВЦ. Я надеюсь, что я вернусь с постоянными более-менее стримами по ОСУ, что-то там еще попержу. На выходных МБ буду веселиться иногда, может, ничего, играю, что-то такое. Короче, планы потом, я спать. Всем спокойной ночи, приятного вечера, дня, что там у вас. Пикселю соболезнуйте, реально. Соболезнуйте Пикселю. Саня, просто это нельзя смотреть на Твиче, поэтому вы просто послушайте. Это говорит Петр. У людей они очень ограничены. До сих пор есть люди, которые играют в Dota 2 и больше ни во что почти не играют. Они играют в Dota 2 и, блядь, я не знаю, во что они еще играют. В ОСУ. В ОСУ! В 2021-м! Что есть, то есть.